Воспитатели, учителя школы, работники центров доп. Образования, ветераны сферы. Сегодня все для них и об их профессии. 2023 объявлен в России годом педагога и наставника. С признанием особого статуса представители отрасли поздравили известные лица города, почетные работники сферы. Мы действительно гордимся тем, что педагоги наши лучшие. Какой бы уровень образования мы ни взяли, дошкольное образование, школьное, среднее, специальное, высшее, нам всегда есть кем гордиться. В этом году в Барнауле пройдет целая серия мероприятий, приуроченных году наставника. Педагогический форум, научно-практические конференции, конкурсы профмастерства. Многие из них для молодых специалистов. Мы видим потенциал нашей молодежи, как Борис Алексеевич сказал, уже очень много молодых педагогов в этом зале. Значит, будущее системы образования есть. В торжественной обстановке дали старт двум конкурсам. Муниципальному «Воспитатель года 2024», в котором примут участие 25 представителей барнаульских детских садов, и первому этапу краевого состязания «Учитель года Алтая». На него отобрано 34 барнаульских педагога. Да, конечно, нужно обращать внимание на работу учителей, как-то их поддерживать, проводить интересные конкурсы, давать им возможность развиваться, да, где-то в чем-то проявлять себя. И ведь когда открытые уроки, детям ведь очень интересно. Все же хотят, чтобы на уроке было здорово, интересно. Победители и лауреаты конкурсов смогут представить Алтайский край на всероссийском этапе, который по традиции проходит в Москве. Елена Макаренко, «День с толком».